Подал. Угу. Сейчас покулим чуть-чуть. Здесь менее болезненно. Или тоже? Тоже болезненно. Угу. Не видно ничего, да? На паузу поставь, наверное. Так, колю. Угу. Ножки у них. Чувствительно это, да? Очень. Вроде иголку самую тонкую взяли. Ну тут место еще такое. Все, хватит. Зато удалять уже не больно, да? Шлеп. Одна укатилась под стул. Так. Это чувствуете? Да, немножко. Ага, значит. Ничего не заанестезировали. Здесь не больно? Так. Так, ну давай еще анестезию.
За это не больно схватился? Угу. А? Ну, больно. Больно? Ага, значит, там... И потом возьмем, сейчас под нее не уколол. Ага, и потом ее уколю. Так, ну, пока все, сейчас есть. Вот это мы еще доудалим. Там тогда сразу помажем. Здесь вот пупырышек удалить надо. Скользко. Так. Ну вот. Так. Тут у нас немножко одна подкрапливает. Сейчас мы ее скобулируем. Все. Перестала. Так, ну сейчас еще поколю.
Так. Это маленькая совсем. Вот здесь еще. И вот здесь, слушай. Ну, если какие-то, я говорю, мы сегодня не возьмем, то в следующий раз. Угу. Мне добраться. Так, вот это я анестезировал. Здесь вот чувствуете ее? Угу. Значит, есть. Угу. Так, ну вот, вот эту зону мы обработали. Сейчас тут все, наверное, заклеим и перейдем на следующую. Все-таки немножко подкравливает, может, скоагулируем. Так, все тут не кровит, не кровит. Так, ну все, пока. Да, съемку хватит.